телефонные звонки из банков, смски с заведомо ложной информацией, вовлечение в финансовые пирамиды, предложение снять порчу, предсказать будущее – это лишь малая часть примеров изощренного обмана. Только за первое полугодие поступило 1660 обращений граждан по фактам мошенничества. У МВД России по Одинцовскому городскому округу просит граждан проявлять бдительность и внимательность. В последнее время участились случаи мошенничества с использованием банковских карт граждан и мобильных телефонов. По всем фактам, вызывающих у вас подозрения, обращайтесь в полицию по телефонам дежурной части 8 495 593 1062, 593 2065, 02 или 112. В категории риска прежде всего пожилые люди, но жертвами мошенников могут стать все без исключения. Бизнесмены и чиновники, звезды шоу-бизнеса, простые граждане. Сотрудники правоохранительных органов уверяют, бдительность и внимательность – залог личной безопасности каждого. Полина Бахова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».